Скажите, когда я начну опять зарабатывать денежки, опять все стало ноль, ничего не происходит. Больше стремления. Вы дело в том, что делаете ошибку такую, Василий. Дело в том, что вы делаете ошибку в том, что вы часто спрашиваете. Когда человек ищет возможности и сомневается в своей судьбе, то он свою судьбу профукивает. Это так мир у нас устроен. Вот смотрите, как сделать так, чтобы у вас есть мужчина. Ну и вы берете и спрашиваете у гадалки, он будет моим мужчиной или нет. И она говорит, да, я вижу на картах, будет твоим мужчиной. Вот на этом бы впору и закончить. Тогда вы, по идее, можете знать, что будет мужчина, и будет и в этом направлении с ним уже стремиться там спать или там уже надеяться на что-то и так далее. Уже другим будете отказывать. А в этот момент нет, есть еще одна гадалка, идете к ней, она говорит, будешь с ним, идете к третьей, будешь с ним, и ваша душа успокаивается. Она говорит, да, 100% буду, все, я уже не заморачиваюсь. Послушайте, тяга или магнетизм исчезает. То есть, когда вы хотите, то вот это хотите, оно может тянуть, как ниточка или как что-то. А когда вы идете и несколько раз гадаете, а у дуйка спросили, у гадалки спросили, у таролога спросили, еще у кого-то спросили, то вы так пропукиваете свою жизнь. У вас не будет этого. Если вы 5 раз спросите у меня, продам, не продам, можете сказать себе, не продадите. Почему плохо получается? Вы мне говорите это 5-й раз. При этом, скорее всего, если мне говорите, то еще 100 человекам говорите. Вы что, не знаете об эзотерической школе Кайлас? Я там говорю всегда, если плохо, молчи. Если плохо, надейся. Если плохо, отдыхай. Если ничего не получается, сосредоточься и тогда обучайся. Что с вами, люди? Перед вами сидит человек, у него вот золотые украшения на руках. Он в Гуччи, в своем собственном доме. И я сын 7-й у своих детей, у своего отца. И 5 детей у меня сейчас на шее. Еще и 5 сестер и 2 брата. И мама. И я хочу сказать вам, чтобы вы знали, еще племянников целая куча. Я и хочу вам, а еще там 200 или 300 человек работников, которые на мне работают. Я вот что вам хочу сказать. Я бы мог сегодня встать и не вставая лежать, переворачиваясь с одного бока на другой. Но я сегодня целый день утром обучался, утром медитировал, а потом где-то приблизительно с 11 часов дня и аж до 5 часов вечера я занимался тем, что занимался обучением, и занимался SEO-оптимизацией сайта, и занимался там написанием статей, и занимался там писанием книги, и занимался общением по косметике, и общением по БАДам, и новые препараты, и новые встречи, и там куча всего. Но я бы мог этого всего не делать. Почему я это делаю? Есть 3 компонента нашей жизни, которые необходимо запомнить. Первое, если ты не отдыхаешь, обучайся. Если ты не обучайся, работай. Если ты не работаешь и не обучаешься, отдыхай. Второе, энергичность. Это то, чем нужно. Энергичность – это то, на что необходимо обращать очень сильное внимание. Энергичность и коммуникабельность. Коммуникабельность и энергичность. Стремитесь к популярности, стремитесь к коммуникабельности, стремитесь к энергичности. Делайте это энергично. Если вы не знаете, что говорить, просто берите, включайте телефон в ТикТоке, вот вы выпустили там стол или там что-то, и говорите каждый день, я сделал этот стол, я сделал этот стол, стол красивый, его можно вытереть, я сделал его так. Потом минуту сидите, вновь говорите, одни ушли, другие пришли. Я сделал этот стол, стол хороший, мне он интересный. Я вот думал, делать стол или не делать, но решил сделать. Как вам мой стол? А где мой стол находится? Он находится в таком-то городе. Я столешницу могу сделать и красную. А могу и не делать, но я хочу делать. А вы хотите, чтобы вам сделал? А хотите песню спою? О, какой красивый стол! Как же мне нравится этот стол! Это столешница!
а у вас нет еще такой столешницы? А зачем вам необходима такая столешница? На своей режете, все режется. А на моей будете резать? Ничего не порежете. Будет все ровненько. И так далее. Понимаете, особенность такая. Сейчас легко продается все, легко. Главное не бояться. Включаете ТикТок, говорите, я из Гродно выпускаю столешницы, затачиваю их, делаю. И каждый день, вам же все равно делать нечего. У вас доходов нет, у вас много свободного. То записывайте видео, включайте и говорите о своих столешницах. С утра до вечера. Вот столы, столешницы, я делаю столы, столешницы, я делаю столы, столешницы. Утром, в обед и вечером по 2,5 часа. Но вы не делаете. Почему? Нет денег. Нет денег.